Привет подписчикам, а тем смотрит канал Рыбалка Онлайн. Я нахожусь на реке Сухана, сейчас ранний утро. Сегодня я собираюсь половить щуку. Щуку на жука. Но для того, чтобы поймать щуку, надо поймать жука. Хрен. Ё-моё. Ну, и что? Это у нас опять сорога. Итак, одного живца мы поймали. Одну удочку я поставил на живца. Пока не видно, чтобы щука бегала. Ну, возможно, что скоро придет. Будем ждать. Теперь нам нужен живец для второй удочки. Попробуем поймать второго живца, пока клюет плохо. Это что у нас? Это у нас елец. Нет, уклейка. Така. За неимением сороги и елеца поставим уклейку на вторую удочку. Вот она. Я уже рыбку живчика поставил, и теперь будем ждать поклевки. Пока тихо, пока никаких следов, ни щуки, ни окуня не видно. На всякий пожар надо поймать хотя бы живчиков 10, чтобы иметь запас. Вот чем я сейчас занимаюсь. Туман рассеялся. Стало тепло. И слава богу. Сейчас, наверное, градусов 15. Вот такая сорожка попадается. Живчик пойдет. Мелочь клюет довольно активно. Ельч, сорожка. Это означает только одно, что щуки пока нет. Обычно, когда щука рядом, клёв перестает. Будем ждать. Итак, вот одну щучку мы поймали, естественно, не на камеру. Когда щучка клюет, то порой забываешь про камеру. Щука не сорога, клюет не каждые 2-3 минуты. Поэтому камеру иногда выключаешь, но по закону какому-то подлость. Очень редко, хотя стараюсь, но очень редко. Рыбка почему-то попадает в кадр. А как вырубишь канал, так ты нежданчик.
Щучка все запутала, теперь я отключу камеру и все распутаю и покажу уже, как она выглядит. Вот так. Вот такая небольшая щучка у нас попалась. Попалась наживочка на сторожку. То есть карандаш такой. Итак, продолжаем ловить дальше. Так, дубль 3. Хромца только что сперли, всего скорее всего это карандаш, который за хвостики потянул и стащил. Теперь нацепим нового и закинем. Ой, это плохо. Блин, 5% походу. Мелочь поклюет активно, сторожка, ельчик, уклейка. Три щучки мы уже, три карандашика упустили, одну поймали. Зачет получился. Понятно, что с камерой сидеть в уличке невозможно. Жалко, что, конечно, не попадаете на камеру. В момент поклевки щука ловля сгибается в другую, не для включения камеры, если честно. Включишь, не клюет щука. Выключишь. Камень зараз залезет. Закон подлости какой-то. Скейтбок. Вот еще одна щучка попалась у нас. Ножичка. Вот это. Так. Крючок ей, конечно, не откусить. Вот она. Вот крючок где. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Да, щучка. Две упустили, одну поймали. Ну, это ничего. Тоже зачетно. Итого, три щуки у нас, три карандаша стерли по живцу, две щучки небольшие не засеклись, две мы поймали. О, река слуха на плите. Я, в принципе, доволен. Бывает и хуже. Но решим. Поднимается довольно сильный ветер. Ветер южный по реке. Рябь, которая находится на воде, очень сильно отражается. Надо было очки темные надеть. В следующий раз возьму с собой. А то все в глазах боится. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки либо дизлайки. Если вы досмотрели это видео до конца, оставьте слово «плотва» в комментарии под видео. Так я буду знать, что вы крутой рыбак, который смотрит мой канал и смотрит мои видео до конца.